движение, которое тоже дало основу кассино. Почему? Потому что по кругу я хожу. И это движение, по сути, по своей, база для торния. Что касается торния, мальчики, два слова буквально. Когда закручиваетесь, вы мне там ходите на пять. Девочки, ваша задача делать две вещи. Первое, вы должны становиться как бы плечом к плечу к партнеру. Вы не должны идти ни впереди него, не должны не опаздывать. Иногда бывает, партнеров тяжело, может быть, там придержать, хотя это неправильно, партнеры должны держаться сами. Можете локоть немножечко упирать как бы в корпус. И ваша задача ходить по равномерно, по одинаковой окружности, где центр партнера. Что я имею в виду? Вы не можете ходить вот так вот, приближаться, и это, потому что иначе партнер потеряет равновесие. Вы должны ходить, условно говоря, выведи на торгинию. Партнер вас выводит на орбиту.